клево. Спасибо огромное. А я вот не знаю, на какой мне канал ты выкладывать, на автомобильный канал выкладывать или на наш? На автомобильном канале я уже понял, что нас ожидает. Вот смотри, хотел спросить, Лифан, окей, это Лифан, блядь, какой? Салана, который. Салана? Ага. Смотри, он где-нибудь сгнил? Да, по кузову дерьмище полнейшее. Блядь, вот это вот то, что я ждал. Да, вот конечно, человек говорит правду. Сквозной коррозии нету, но железо по кузову дерьмо полное. Это без всяких прикрас, без всего. Вот вам человек говорит реально, вот на такси гоняет машина, вот запомните, раз и навсегда, человек из Омска говорит правду. Кубки слабые до ужаса, подшипники, то что там шестеренки стоят, все тоже дерьмо полное. Разбирал, переделал. Блять, ну красавец. Ну вот это второй человек, который нам сказал правду о китайцах. Ну, знакомый что? У него точно такой же лифон, он тоже его там уси-пуси. Ты не против, что ты засветишься? Да ничего страшного. Окей. У него спрашивают про лифан, он рассказывает всем, какой он пиздатый. Угу. Своим знакомым. Я говорю, отправляй их ко мне, я расскажу, какой он на самом деле. Блять, ну вот смотри, мне нравится подсветка, мне нравится магнитола, мне нравится вот этот вот дизайн. Ну это, сука, это же все обвертка. Правильно? Ну, тут есть везде плюсы и минусы. Если взять соотношение цена и качество, если сравнивать приоры, это, конечно, пацаны, цена и качество.